Всем привет! С вами канал Космостар. Такого поворота никто не ожидал. Во время празднования дня рождения дочери певицы Жасмин грянула сенсация, телеведущая Юлия Барановская внезапно сообщила о грядущей свадьбе с Филиппом Киркоровым. Юлия Барановская в июле 2003 года познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России по футболу. Вместе Аршавин и Барановская прожили 9 лет, до 2012 года у них родилось трое детей. А недавно все с подачи Ксении Собчак обсуждали ее роман с оформившим развод Григорием Лепсом. Но как оказалось, сердце красавицы отдано другому, скоро она станет второй женой Филиппа Киркорова. Борька! Борька! Кричите на Борька! Об этом влюбленные сообщили во время банкета у певицы Жасмин, ее дочери Маргарите исполнилось 10 лет. «Для тех, кто не знает, мы решили пожениться», — сообщила счастливая Юлия. И в подтверждение несколько раз страстно поцеловала в губы Филиппа Киркорова. Напомним, король российской эстрады в 1994-2005 годах состоял в браке с певицей, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Был ее четвертым мужем. Потом ему приписывали роман с диджеем Катей Гусевой. Друзья 54-летнего Киркорова и 36-летней Барановской серьезность намерений этой красивой пары подтвердили и уже стали кричать им горько. Дата свадьбы пока не сообщается.